это маленькая BMW E36 Compact. Настолько сурова, настолько низка, что на малейших лежачих полицейских я скребу днищем и, кажется, убиваю подвеску. Но ничего, путь сурового самурая тяжел и неприхотлив. И такие трудности, как вот этот мини-пандус, преодолеваем. На брюхе ползем и скребем. На самом деле это все был большой прикол. Помощник моего механика Билл дал мне свою маленькую BMW, чтобы я проехал до дома и взял охлаждайку для своего Skyline. Вот. И поэтому мне очень страшно на этой машине. И я тут собрал уже большую очередь. Мне страшно на этой машине ехать, потому что она нереально низкая. Хоть у меня и была E36 BMW когда-то, но это другая тема. Компакт, блин, еще и такой заниженный. Он просто скребет пузом все, что только можно. Малейшую неровность скребет. Зараза. Он еще и убитый. Ну, в хорошем смысле этого слова. Движок у него, по-моему, 1.8. И он едет достаточно бодро, но отверточный рычаг КПП – это просто супер. А вот сейчас будет очень жестокое мясо. Я надеюсь, что я проеду это без последствий. Да, ура! Ух, все, поехал я дальше. Надеюсь, доеду живым одним куском.